Друзья, вы знаете, что ко мне пришла новая поставка пряжи, итальянские бобины, итальянский сток, много красоты. Я ее сейчас только распаковала, сейчас буду заниматься, в общем, буду ее смотреть, буду ее на сайт добавлять, естественно, скоро вы сможете ее приобрести. В общем, начала работу с пряжей, и тут ко мне в гости приехала Ирена, моя соседка, с которой мы познакомились летом и вместе были на встрече по вязанию в Нидерландах. И Ирена пришла в своих красивых вязаных изделиях. Сейчас вам тоже немножко покажем. И посмотрите, в каком богатом шарфе пришла Ирена. Ирен, покажи, пожалуйста. Да, связано. Вот я сейчас попытаюсь поймать. Вот почему-то не... Вот сейчас блеск. Да, это из пряжи Stardust. Ирена связала крючком такой шарф. Сколько моточков ушло? Крючком столбик с накидом. Столбик с накидом. Да, ушло 2,5 мотка, не совсем 3, 3 целых. Ой, много, вот сейчас видно, как блестит. Вот, смотрите, друзья, как блестит пряжа, это с нежным люрексом. 2,5 где-то моточка ушло, да? Моток, по-моему, 100 грамм, да? Да, 100-граммовые моточки. Это пряжа Stardust. Она вот в таком есть меланжевом цвете. И она есть и в однотонах. И как красиво смотрится. И я хочу вам показать разницу. Вот, например, вот этот шарф Ирена держит. Этот шарф я вязала спицами из той же пряжи. Абсолютно из пряжи Stardust. Это цвет 663. Посмотрите, как ложится спицами узор. И как он ложится крючком. И Ирена изначально хотела вязать тоже спицами, да? Да, я хотела спицы. Но потом связала крючком, сомневалась, и я сказала: Ирена, это такая красота. Вот посмотрите, что вам больше нравится. Мне даже больше сейчас нравится шарф, связанный именно крючком. И как он красиво лег в узор, и мне это напоминает наше Северное море. Вот по-другому совсем меланж лег. Красиво и спицами, и крючком. Да. Здесь просто больше хотелось мне вот такой грубости, брутальности. Это нежнее полотно, конечно. Каждое по-своему хорошо. Да, но выглядит просто великолепно. Просто ниточки супер. Мягкие, тепленькие. Ну, а вязать сказка одна. Супер. Ну вот, видишь, какая красавица, да, ко мне приехала. Не хочется даже это заканчивать. Да. Ну, уж такой длинный. Уже 3 мотка я не смогла уже извязать, потому что, ну, тут, по-моему, сколько длина, я не помню. У меня в видео стоит размеры. Да. Он уже и так достаточно длинный. Я думаю, 1,2 метра практически, да? 2,10 вспомнила я, да. 2,10, по-моему. 2,10. Очень красиво. Вот такая, друзья, красота. Можете связать. Очень просто вяжется и... Вот так можно себя украсить на осень. Ой, вот сейчас блестит, видно, как блестит красиво. Спасибо, Ирен, большое, что поделилась своей работой. И вам спасибо за ниточки такие. Да. Познакомилась еще с новой пряжей. Ну что, я не удержалась и, конечно же, померила этот шарф на себе. Посмотрите, Ирена как увидела, сказала, что это вообще total look. Джинсы, вот такой джемпер, как у меня, и такой шарф. Да, Ирена, что скажешь? Да, очень красиво, с джинсами. Смотрите, вообще, как классно. И этот свитерок под джинсы. Ну вот он прямо сюда очень-очень хорошо подходит. Вообще красота. Да, вот демонстрируем, как можно вроде бы простой шарф, простой вязкой, но за счет пряжи, да, и такого богатства в плане, что не надо делать маленькие шарфы, да, чтобы вот как-то в них кутаться. Лучше делать такие большие, шикарные шарфы, палантины, в которые можно укутаться, обернуться, и будет классно смотреться. Очень красиво с джинсиками. Сейчас я поближе. Да. На солнышко. Как нам солнышко уловить-то? Да, я тут тоже пыталась поймать. Не всегда видно, что блестит. Но друзья, главное... не передать. Даже видео не передает этой красоты. Нужно вязать самим. Блеск такой, что все оборачиваются на улице, смотрят. Но на видео, к сожалению, не видно. Да, если хотите поймать комплименты, то, пожалуйста, вот вяжите себе классные шарфы на осень. Ой, посмотреть хоть со стороны. А то сам на себе не видишь. А я всегда так, я почему сказала, давай я примерю, чтобы ты как раз таки посмотрела, как выглядит именно со стороны твой шарф. Ой, еще больше его оценила. Оля, спасибо за такой подарок ниток, боже мой. Спасибо, что поделилась своим классным изделием. Ой, вообще красота какая. О, длина. Супер. Thank you.
нас такая восхитительная погода, уже который день после моего возвращения, тепло, солнышко, деревья просто вообще супер, покажу вам еще, как красиво. А я сейчас отправляюсь в другой город, как вы думаете, зачем? Я еду за маникюром, да, друзья, за маникюром в другой город, потому что найти своего мастера это не так просто в Европе, в принципе. А здесь... Ну, как повелось уже давно, лучшие мастера это все-таки русскоговорящие. У меня мастер из Беларуси. Вот, еду за новыми ногтями, потому что очень люблю, чтобы все было красиво, аккуратно. И вернусь, еще вам расскажу кое-что интересное. Друзья, я вернулась, и что еще интересненького хотела вам рассказать. В наличии в мои магазины, вы знаете, что у меня два магазина, в магазин про клубочки в России и в магазин Amazing Wool, который находится в Нидерландах, поступил в продажу очень интересный аксессуар. Мои зрители об этом знают, если вы впервые на моем канале, сейчас покажу и расскажу. Это вот такой классный динозаврик. Посмотрите, это такое силиконовая ситечка для чая, и я здесь оставлю видео. Ко мне приезжала в гости Алена Абель, у меня уже давно такой аксессуар есть дома, очень понравился это Алене Абель этот аксессуар, мы с ней вместе пили чай на протяжении, когда она была у меня в гостях. И многие зрители захотели тоже такое ситечко, и именно поэтому, несмотря на то, что это напрямую не относится к вязанию, да, я разместила этот аксессуар на своих сайтах, и вы теперь можете его тоже приобрести, потому что, в принципе, чаепитие, кофепитие сопровождает нас, как правило, когда мы вяжем, когда мы отдыхаем, и это такой классный аксессуар, который может быть вам очень полезен. Он вот так открывается, сюда любой чай, травки какие-то, если вы травяной чай любите, засыпается, закрывается и вот так в кружку сажается. У меня довольно большая кружка, и все равно, смотрите, динозаврик стоит устойчиво, и голова у него выходит за кружку. В общем, классная вещь, можно его очень легко мыть потом, можно даже в машине моющей его мыть без проблем. Я сейчас вам оставлю видео, я сняла специально видео, дальше посмотрите, пожалуйста, где на сайте находится этот аксессуар и как вы сможете его приобрести. Вот рекомендую, и также на подарки очень-очень классная вещь, вот такой динозаврик для чаепития. На сайте магазина про клубочки, магазин находится в России, отправляет заказы по России странам СНГ, нужно зайти в раздел «Книги и инструменты», и здесь вот аксессуар для заваривания чая «Динозаврик», он прямо на первом месте, пожалуйста, можно делать заказ, положить в корзину, почитать описание. И совсем скоро заказ будет уже у вас. Мы отправляем очень быстро почтой России с ДЭК. И также можно забрать курьером заказ в нашем магазине на Пятницкой, 8, в самом центре Москвы. Сейчас я вам покажу, где вы можете выбрать на сайте аксессуар для заваривания чая «Динозаврики». Вы заходите, значит, в раздел «Аксессуары». Здесь у меня на русском языке сейчас сайт Amazing Wool. Этот сайт, он вообще, в принципе, создан для отправки заказов по всему миру, для разных клиентов и для русскоговорящих, поэтому я сделала его на русском языке. Здесь открывается также на английском языке панель и открывается также еще на нидерландском языке. Поэтому я вам сейчас буду показывать на русском, потому что все-таки у меня контент на русском языке. Вы заходите в раздел «Аксессуары». И здесь, вот, пожалуйста, силиконовая ситечка для чая «Динозаврик». Мы сюда заходим. Вот этот красавец. Я вам показываю сейчас, как это выглядит. Описание. Добавляем в корзину. И, пожалуйста, можно в любой регион отправить. Но заказ на сайте Amazing Wool я рекомендую делать тем, кто живет не в России, а именно в любой другой стране мира.